повышение уровня финансовой грамотности, которая в настоящее время практически полностью прошла согласование и в ближайшее время будет утверждена постановлением правительства нашей республики. Нацелена она, целевая аудитория, это прежде всего, с одной стороны, учащиеся школьники и студенты, с другой стороны, наверное, это как раз вот пожилое население, хотя охватывает она все свои населения. Ответственным органом в республике является Министерство образования и науки, хотя мы работаем в тесной взаимосвязи и с Министерством финансов, и с нашим банком, и с органами Роспотребнадзора и так далее. Проводником этого всего, мы предполагаем, будет наш федеральный университет. Нацелена на то, чтобы поднять уровень финансовой грамотности нашего населения, начиная с молодежи. И не зря, а базой для проведения этой недели выбран наш институт, который всегда уже исторически занимается экономическим образованием, подготовкой финансовых кадров не только для республики, но и для всей России. Казанского финансового прошлого, сейчас Институт управления экономикой и финансов, это звучит гордо. Поэтому, наверное, не было никаких сомнений о том, где, какая организация может быть базовой для реализации этого проекта. А в целом проект повышения финансовой грамотности населения – это проект, совместный проект Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка. Не только мы, не только россияне сегодня обучаются финансовой грамотности. Это проект, который реализуется во всем мире, потому что ни одна страна сегодня, скажем, не может сказать, что вот там 100% финансово грамотное население. Эти же проблемы испытывают самые развитые страны. Республика вот на следующей неделе запускает свою программу повышения финансовой грамотности, которую поддержала Минфин России, поддержал проект, и очень большая делегация Минфина на следующей неделе будет у нас здесь на базе Казанского университета. Будут представители 10 регионов, которые являются пилотными регионами для проекта, и которые здесь будут обсуждать какие-то идеи, нововведения. Татарстан считается, как всегда, передовым, в том числе и с точки зрения каких-то проектов уже в сфере федеральной финансовой грамотности. Ну а федеральный университет, естественно, тем локомотивом, который призван обеспечить реализацию этой программы.